Рязанские фонтаны готовят к зиме. Еще немного, и каскадные украшения нашего города, что называются, законсервируют до весны. На зимний период объекты будут скрывать под специально предназначенными коробами для защиты от холода, которые в скором времени превратятся в элементы ночного освещения. Сотрудники дирекции благоустройства города Рязани производят консервацию фонтанов. В данный момент это на Лыбинском бульваре. Перед консервацией мы его тщательно моем, снимаем форсунки, снимаем светодиодные фонари. Далее дальнейшие работы будут продолжены на площади Ленина, на Театральной и на Московском шоссе. Всего на балансе дирекции благоустройства города находится 8 фонтанов. На площадях Театральной, Победы и Соборной. По 2 фонтана у цирка и на площади Ленина. Фонтан на Московском шоссе. К работам привлечены сотрудники участка комплексного обслуживания объектов благоустройства. Кстати, светомузыкальный фонтан на Московском шоссе уже отключен. В качестве причины ухудшения погодных условий. Ведь минусовая температура может сломать водное украшение. Обычные работы по подготовке фонтанов к зиме завершают к концу октября. Специалисты уверены, что оборудование прослужило долгие годы и в сезон работы фонтанов функционировало без перебоев. Без консервации не обойтись. Герман Гущин, Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».